Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Фермерский дневник. Сельская жизнь». Сейчас у нас вечер, 5:30, и мы вышли на вечернюю уборку. Тут у нас Коля делает колесо от трактора, он у него поломался. Но у нас и морозы, сегодня -31. Так, заходим с вами в сарай. Что у нас тут? Все животные нас ждут. Козы ругаются. Зерно они сейчас получают только вечером. Вот в такой порции. На Озоне я заказала вот такие вот соски для козлят, для моих будущих. Долго думала, как мне выпаивать козлят. Из соски или из миски. И почитав множество просто информации в интернете, решила все-таки попробовать начать с сосок. Выпаивать козлят из сосок. Но с такими вот сосками нужно быть аккуратнее. Желательно их одевать на стеклянную бутылку, либо делать станок, куда будут вставляться бутылки. Почему я решила выпаивать их из сосок? Потому что выпойка из миски чем грозит? Козленок пьет большими глотками, и это ведет к загниванию недоразвитых преджелудков. У меня две козочки беременные, они первокотки. Я прям на 98% уверена, что они принесут мне по одному козленку. Поэтому двух козлят мне выпоить из соски не составит труда. Ну что ж, спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Вот она, наша царица горы. Стащила кефир в пачку, масолик. Я сейчас покажу, где она лежит. Вот у нас дорога деревенская. Право, лево. И вот тут такой сугроб. Это Вадино место.